Участники фестиваля ГТО среди студентов выстроились в универсальном зале спорткомплекса «Маяк», чтобы разыграть медали и кубки по многоборью. Команда от Самарского политеха к этим испытаниям готовилась с хорошим настроением. Перед этим они выиграли эстафету по плаванию, которая тоже была частью фестиваля. А Алексей Смирнов стал лучшим в личном разряде. Молодому человеку помог колоссальный опыт выступления на соревнованиях по подводному спорту. Я сюда пришел в основном ради плавания, но и сдать подтягивания и различные другие нормативы. Это замечательно, это развивает спорт, привлекает в спорт людей, которые, как сказать, далеки от спорта. Тоже могут сюда прийти и поучаствовать, попробовать, показать, на что они способны. В итоге команда СамГТУ в многоборье заняла второе место. Лучше них подтягивания, отжимания, наклоны вперед, прыжки в длину и пресс сделали студенты педагогического университета. А лучшими в личном разряде стали Ирина Гульчак и Кирилл Ледяев. Победители определяли по количеству баллов, которые студенты получали за сдачу нормативов. Фестиваль проводили в рамках программы «Спорт. Нормы жизни» национального проекта «Демография». Данное мероприятие проводится не только с целью тестирования студентов, да, получения знаков отличия ГТО, но и с целью пропаганды этого комплекса среди активной молодежи. Поэтому я думаю, что, как любой комплекс ГТО, призванный, в общем-то, вовлечь максимальное количество людей, особенно таких активных, как студенты, в систематические занятия физической культуры, это важное мероприятие. Тот, кто успешно прошел тестирование, смог получить персональный знак отличия комплекса ГТО. Их имеют уже 36 тысяч жителей Самарской области. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События.